Для дистанционного контроля своего фотоаппарата с помощью обыкновенного компьютерного монитора я, естественно, приобрел себе так называемый HDMI свисток, то есть устройство для захвата HDMI сигнала и формирования, согласования его с USB портом компьютера. Устройство дешевое, но рабочее, и я им был полностью доволен. Но соединить фотоаппарат и это устройство мне потребовался кабель. Я выбрал кабель длиной 2 метра. Одна головка у него стандартная HDMI папа. Вторая головка у него стандартная HDMI микропапа. Ну и что? В интернете до этого я сталкивался с тем, что якобы эти кабеля, не кабели, а разъем микро HDMI не самый лучший вариант для установки его как фотоаппарат Fujifilm, так и вообще для использования. И вот сегодня, да, я в этом убедился собственноручно. Неаккуратное движение и, в принципе, вот эта головка на микро HDMI кабеле, микро HDMI, вернее, головка развалилась, согнулась, отвалилась. То есть кабель был, и через 5 минут кабеля нет. Теперь придется каким-то образом опять думать о согласовании этих двух систем, то есть фотоаппарата и HDMI свистка. Ну и, соответственно, придется покупать новый кабель и новую с новой головкой. Или думать, как закрепить у себя на фотоаппарате кабель перед тем, как использовать передачу информации при помощи этой системы. Как-то так. Сначала не верил, теперь согласился. Действительно, микро HDMI разъемы очень ненадежные.